Да. Блядь. А как ты хотел? И на третьего, да? Да, да. А как ты хотел? Ну там король эти не танец. Кресты, чё? Кресты. У тебя вкачаны кресты, вкачаны, бафы кресты. У меня всё вкачаны. А вы чё думаете, я в хиле, я не в хиле же? Жаванин. Кто? Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Блять. Вот-вот. Я даже аддон не включен, хилбот. Тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Залейте ему манну. Дайте инна. Да. Через контр выхилю. Есть, АКД, короче. Задумал, возьмешь замену, нет? Там Алиса. Меня тогда перехвати. Саршам, блядь, два. На меня забери. Меня, например, мать, слышишь? Меня разморозит. Ну, разверни лучше, Олег. Это же лучше стоит.
А сколько он стоит хилиться, блядь? Ману Джованни залей. Сражайтесь или погибнете, герои. Гимны отдайте, что ли? На ману. Бать, крытый по 30к хилил только что. Анжеракс совсем нахера три танка. Блять, на мне рывок. Хм. Вмешательство спасает. В лицо бьешь? Я забрал подшива. Какой говно лут. Дайте голд. Ни хрена там рецептов нападло. Триашно. Вообще. Все себя забираешь, да? Все, ты ППР раздавать. Я рело. У него ссылка или заводы. Туда же.
Можно задуму, пожалуйста, из шестой в восьмую, будьте добры. Не, плащ не надо, если плащ кому-то надо, ему отдать. Мне сейчас не задал. А пояс не отдам, пояс у меня хуже. Чуть-чуть Сланову надай. Ему надо, по-моему, плащ. Бесполезные силы. Вон, чё, отдал тех приз, плащ. Да, я захожу, я ревогу. Ну что там турбоиш по тринке? Зря купил. Там до тринку турбойца. Это что, наркомания? С престу не диспели, да? Давай я вдаю, а, нет. Появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Да, хорош. Такая винар еще есть. А, ну да. Я думал, вообще один. Я могу тоже в ДД спекнуться, если не хотите. Надо. Шалимон покажет, как надо танчить одного, блядь. Это же кинжальчик просят роги скинуть какому-то надо, по-моему, было. Мумиксу надо. Есть какой-то совет айфон? Может, накинет портал под зарабку? Уже здесь спальня. Вот и биц не воровал. Турбойс, мангал ворот, убийц не ворует. По ДПСу видно. Пытки.
Ага, на 4 босса. Утешение. Утешение, норм. Кто смеет беспечно играть с темной магией? К счастью, вы победили демона. Войд, посмотри, я буду ролить или нет? Подлые собаки Альянса. Вы выпустили Да-да-да. Демонов на воинов Орды? Белорус нет. Серый. Помощь повелителя демонов. Чтобы справиться с ордынским... Ну, я на я восьмой пати. Ну, я вижу, у меня там майндспек, офспек. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Ну, я вижу. Ну, просто у меня там с компом проблемы. Я говорю, я в Дискорд через телефон зашел, а ЕПГП скачал не с Дискорда, а, ну, с другого сайта на комп. Все, давайте, я послушаю, не буду вам мешать. Так, мне нахуй. Там Роге надо был кинжал с чудовищ. По-моему. Мастер, возьми себе, если ты нет срезки. У меня срезки десятки. Першамы. Да, только Аршам и Холипресты. Угу. Можно и на Холипала, но такое есть. Да Холипал лучше, чем той. Я на цирке с друлем с ним ходил. С утешением. Лицо Джованни. Дулан, могу тебе еще пояс тут дать. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного ангара. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они крышпекаси. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Так я брусты проебал, короче, у меня что-то твинка не прожалась на брусты. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Конечно.
Рога, блядь, не агрится, сука. Мас диспел дайте, я заморожен. На центре. Сразу попал в этот рез. А я один на диспеле, походу. Куда ты отводишь его, блядь? Я сейчас упаду, он, блядь! Еще Макс хуярит. Сало помогу. Дайте умер шан. Бабл КД. Да-да, стандал. Какой смысл от контроля, если звездопадами они сбивают весь контроль? Потому что нам есть. Кто-нибудь пристал, кроме меня, диспельте, я по мане сел.
все. Не маг добил. Этот маг вообще заебал, просто он так заебал. Нет, чё, я одиночным, конечно. Ну, типа, один я только рассеивал. Он чисто на хотах. Я рассею, он повесит. Конечно же, сяду по маме. Не знаю, дайте отчет по рассеиванию посмотреть. Но. 98. Добрый вечер. Я как-то, блядь, я шо нахуй рассеял вообще, блядь? Твой прав. А у тебя аж удар щитком такой, да, есть. Да я знаю. Сало дает и снимает. Да не, он не сало дает. Кто-то ворвался в весь милирейд. С миликов, поэтому все ушли. А у меня почему-то, сука, таунты не обновлялись. Да я понял, я на Алису больше вешать не буду, нахуй я ебал. Есть рыба? Кого? Не, кого именно тянуть? Зачем ты рассказываешь про контроль, если все бьют АУЕ и снимают этот контроль? Зачем ты про него рассказываешь? Войт, иди сюда, иди к дымичу, ёпты. А чё с магом? Маг заебал вообще.
Он мне причина. Меня, блядь, заморозили. Беги, малышка, беги! Герку. Танк. Где уж тебе? Два в Ц. Дальше, дальше цельная знать убить. Цель кого бить, скажи всем. Блять, запомнил. И себе прошу. Кошка их убивает. Кошка, кошка на мне. В центре. Он убегает от. Ебучий этот маг. Череп притяните, есть бекап от нас. Где Рогана? Алло. Опять маг ебаный. Там маг всех убивает. Кто здесь? Кто, блядь? Первый, второй пошел, блядь. Два хила осталось. У нас БРы будут по хилам? По кому? Джованни, набери рендж. И шагрится на тебя. И нарядится на тряпку, на того, у кого меньше армор. Поэтому хилить должен только хули. Зачем вы подходите сюда? Понимаешь, что похилить? Но вон результат. Там стан на нем. На нем стан, бля. Где уж тебе? Крест убили. Там дальше. Пала. Я его не теряю, я пошел за Шакулом, блядь, он. Сука. Жалкая тряпка. Стри-стри, маг бежит просто. Тупо захолипало. Угу. Это его прямой ретаргет.
Ведите его к танкам и не хуй пойми в сторону куда-то. Устал. Поле пауша в жопу будет. Жалкая тряпка. Надо подождать. Просто на ретрика не убили. Танка прохил. А чё ты власть нечестивости танчишь, блядь? Алиса. Чтобы Акро не шипать. Акро? От власти нечестивости? Я не достаю его без... Добил. Но я уже все КД просто слился его от мага. Давал. Пока давал, то жил. На КД сел, умер. Заморозки, феры, блядь. Там уже некому, блядь. Разве что, блядь, ретрик, который не делает. Что это шрайд? Григерий умрут, блядь. Беги, малышка, беги! Дал дизарм. Мы стоим. Чё, на ДБ идём? На кого? Вы жили самые стойкие, да, блядь? Даже Гурский выжил, фантом с ним. Видно, что ПВП сегодня. Хорошо, что дверцы нету, да? На, жабу, блядь. Шаленка, ну в чем проблема? На соло хил, блядь, чё он не проблема-то?
проблема не в телах. У людей нужно вообще руки отбить, кто ауе скилл юзает. У людей контроль не вечный. Так контроль сбивают тут же моментально. У них сразу не сбивается. Ну, вихрь ты на всех не хватит же. Три совы, блядь, или две совы. С диминишингом это где-то получается, ну, секунд 12 контроля есть по-любому. Потом диминишинг, насколько я не знаю, правда. На, вихрь 6, 4, 2. Ну, у нас в прошлый раз человек 7 положил мах, и в этот раз также. Рога сел на мага, да, то есть я фир дал, пока он на мне был, в точку ушел. В чем проблема потом рогом намазать анестезирующий, о, не анестезирующий, а друмянющий яд? Ну, это я хз, то есть я свои кд-то спустил, больше никто не спускал. Кончились кд, я сдох. Нас ждет битва с королем личом. Порядком нормальный как раз. Крит хаус, ёптвою мать. Уже. Что тебе угодно? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Крылатые вестницы короля лича. Хан в ледяной короне. Начнутся! Курский, ты где? А, окей. С орхидеем. Воронка темная. Да, Гиг Дымыч, ты её обернул. Чё, переводим воронку? Да? Нет, тёмная же была. А, да. В зале, блядь.
Черные теперь не ловите, кто взял белую. Походу зря про ДБ сказал сегодня. Это Войд зря сказал. Так, все сдохли, они убежали уже. Что за... Две минуты, когда я буду стрелять. Че скинуть? Хил? Ну, хил вот такой вот. Как друг какой? А, 245. Что-то все равно мало захилить. А чё, Холли Прист 257 много захилил? Давай Ершам я пойду с ним. Правда, меня не пустит, походу. Покровительством 11, нахуй. Жизнецы я даже кидаю. По возможности отживания можешь кидать еще. Расставим метки, это сейчас, блядь, еще по меткам не могу знать. Навак. Босс. Восприимчивость к тауну. Пал, ты что завис? Я восприимчивость к таунту. Он на меня висит, чё.
что, уводим или нет? Белый. Черный. Рейд под черный. Белую надо брать, переключаться. Ну. Ой, хуй вам, блядь. Не. Не хотят. Обидно. Чё, на диван? Чем тут? 2 метра. Он будет на. Скольких мобов, сколько людей положил бот? 3-4. Меня вот это интересует больше. Ты замену возьми, плюс 1 ДД будет. Возьми Дум. Дум был на замене. Дум, он где-то вышел на варок. Ой, я на замене. Ни у кого вроде не вижу. Так ты сразу не давай Starfall. Не будешь рвать. Я вон жду где-то 10 секунд, пока он спулит. А меня слышно? Алло. Да. Привет. Я бы так сказал, те люди, которые бегают и собирают сверки, они делают только хуже. Потому что сверка, когда ударяется в рейд, она АУЕшным вешает не только на одного человека баф, она вешает на всех. И люди, которые бегают и собирают, они вешают ее только на себя. Вместо того, чтобы она ударилась сразу по 5 человек. Так если она летит на рейды, почему бы ее не собрать? Одна тебя не убьет. Когда она летит в рейд, я вижу, бегают и собирают те, которые летят в рейд. И потом один человек дамажит, рвет агро и дохнет, когда он насобирал все сферы. Кому это выгодно? Чекавчик, поставьте за дом, просит суммон. Например, я сбегал, собирал и ничего, не умер, блядь. И в топе подраз. А, хан тоже здесь. Ну ладно. Если в тебя сразу 3 сферы не влетит, без абсорба. Абсорба. Просто вы хотите больше быть в лидерах по рекаунту, чем убить босса, потому что вы сейчас пособираете, 5 человек будут в лидерах, а остальные 15 будут. Ну так в чем проблема вам бегать собирать, блядь? И не ловить нахуй белые приятные. Ну давайте будем бегать по кругу и собирать сферы вместо того, чтобы бить босса. А в чем проблема? Я, например, не бегаю, не собираю и в ДПС нормально. И на меня все висят. Стать всем в одной точке. Всегда нормально убивали, ничего не было, блядь. Я вижу, всегда нормально, но за 4-й раз. Савинар Пусть где-то Герода до заанонса, все равно же потом 10 минут будем лететь. Тебя оценили и
Что, зачем его перевели, я не знаю. Ничего менять не надо. Хлебал умер. Блять, нахуй не вообще повели куда-то. Нет. Сейчас, вот сейчас берите белую, сбивайте каз быстрее. Не хватило ли каз? В чем ваша проблема, я так и не понял. Тебя оценили и призна воплотит во сне. Я тупой и запутался, вот в чем проблема. Ага. А я тупая и пошла, да, за ним. А Алиса за мной, короче. А она каст начала кастовать, она уже не бежит. Нет, кастовать. Там не было еще каста. Ну, каста еще не было, я побежал увести, она там же отбежать нужно, она на полпути, короче, каст начала кастовать. Так, Эрдру в осеньках. Ну и вот Эрдру уже поднялся по ХПС. Ну теперь Шейпер спустился по ХПС. Я умер вообще. Я знаю. Холипал тоже умер. Там просто когда они не стояли еще, блядь, под черный, я пока забежал за белый, это пиздец. Жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся. Крест по хантам. Что, все, да, места нету, ребят. Фул. Печально. Просто не все, да, в Дискорд? Походу, да. Нет, меня. Белую бьем, сбиваем красу. Погибли, тьмы бейте. Блять.
собственно. Что, люди вообще не понимают, что делать? Как будто, блин, не знаю, как будто новый рейд набрали. Которые тут ни разу не было, блин. Они 5 КД их убивали с первого раза. В прошлом КД мы убили с первого трая всех, да? Я... Да, не факт, они просто не переключаются. Ну просто посмотрите, кто кастит каст, возьмите или останьтесь на той же метке, в чем проблема. Почитайте, зайдите в этого босса. Арок, ты только, блядь, ты даже не переключался, походу, в белую. У тебя 400-500к, нахуй, у меня 630, при том, что я армс, блядь. Я поломалась. Молодец, мамонта, поставьте кто-то. Да вот жив стоит давно. Давайте сегодня монета, блядь. Стингер героя. Выход. Нормально. Едь ее, они стояли. Лакники могут спокойно увидеть. По одному, а не три на раз, блядь. Твися агро сорвала, да? Алиса, ты таунтишь мою валю? Нет. Ну вот, у меня невосприимчивость к таунту, она людей убивает, что делать? Деменьшенных нахуй. Можете падать. Восприимчивость. Она убежала, убила четверых, у меня ни один таунт не работает, у нее ни второй. В чем дело? Может, мне она такое бывает, короче. Я уже заебался умирать. Ничего. Много. Ребята, а можно меня поменять? Кого меня? Силу. Почему? Идти надо на работу. За дом заходи. Ты тут? Кажется, вас было больше. Спасибо. За три босса, да, или так что? Дом. Наполеон есть в игре? Это даже Наполеон, а не... Не, и на варе тоже нет. Есть. Чё это у меня нету, Диси? Давай заходи. Ещё одну фласку придётся пить, вот прямо. Мод по старой тактике циркуля, блядь. Бьём под вратами, нахуй. Там, где они выходят. Мы всегда на X5 так били.
Там просто в один уголок забивается хант, и он все черные сферы ловит. Подожди, в смысле, ты реально сейчас представляешь, что люди будут успевать бегать от шариков? Должны. Веселый ивент. Каски раздайте вам. Мы стоим в одной точке, потому что несколько человек вокруг ловят шарики. Ну, выдели одного человека, который возьмет белую сферу и будет бегать вокруг рейда, ловить шарик. Рел всегда прав. РДДшники, дайте время им довести, блядь. Если я хил. Агроном. Я взял белую. А может Геру включим, не? Бокрус не взял. Ловите черный. Чувак, за твои белые пошли. Блять.
Бам. Что, может Геру дать все-таки? Я-то думаю, что я вдохнуть. Светлый ворон. Ну он мах, что-то сдох. О, да, а, нет, я по черным был. Ну так и светлые кастилось. Чего опять 4 ляма у меня был? Только что был лям. Хилы прислали. Хилы без мана. Дай мне же мал. Уже. Убегайте от темных. А есть? Коек дайте. Нету хилов. А почему ДПСа не хватает, чтобы сбить этот щит ебаный? Тебя оценили и признали ничтожным. Я написал почему. Странно, как я зашел. А вы что, команды, бля, ждете Геры, что ли? И куда ты ее дашь? Ну, все равно 4 босса.
Не помню. Отлично. Тогда всем просто накидывай по сотке, в чем проблема. Ну вот, например, проблема в том, что меня убила Валька, блядь. Как это там хилил, блядь. Ты чё, на последнем, я на последнем касте руки отпустил от клава, мне похуй. Может, не тот трай смотришь? Ты не тот трай смотришь. Текущий бой, чё? Потому что я смог зайти в рейд, я же сказал, какого хуя я вообще зашел, если бой был. Я просто зашел, у вас бой длится. А у кого? Сгусток тьмы? А, рыбка одна у меня пишет. Да я с ним вместе зашел, Валька согрелся, бил нас. Если опять агро сорвало или нет? Что за срыв агро КП дают? Бля. Анку. Палом за то, что не дали сальву. То есть тем, кто свет не поменял или поменял, ты вообще ничего не дал. Ну, nice, ты ГП даешь. Даешь просто так ГП, кто нравится, кто не нравится. What the fuck? Ты кого имеешь в виду? Добрый день. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Выдели человека.
Выдели, пожалуйста, одного человека, который будет бегать, ловить шарики, который возьмет сейчас белую сферу и будет ловить эти шарики. Да, лач, короче, смотри, мы с тобой бегаем от шариков, но не хилимся, падают, но мы зато не ловим шарики. Инфосотка работает. Это кто сказал? Neversleep. Там шаманом можно легко бегать. Ну вот белая прилетела. На нахуй. Вот по другой тактике никогда нахуй не убьет жизни, блядь. Ну, смысл, я увернулся от белой, белая попала в кого-то, и АУЕ лупанула по всем. Ну, смотри, я сейчас должен получить ГП, потому что я увернулся от белого шарика, но он попал в рейд и попал по всем. А, я логики не вижу. Ну вот, я сейчас по вот этой тактике должен получить ГП по вот этой схеме. За что? Там с текстов от белого. Два шарика вылезло с текстов рядом. Потому что эта тактика, я как сюда пришел, сразу мне показалась дебильной. Потому что ее легче бить нахуй возле там, где они появляются, блядь. Еще одна тактика была, когда я их разводили нахуй по две стороны, блядь. Это немножко тупая, блядь, тактика, ну, блядь. Мы близко к стене стоим, они с текстов вылетают, шары эти ебаные. Поэтому, когда они, блядь, появляются там, РДДшники стоят вот тут вот нахуй, возле, блядь, этой метки ебаной нахуй. И милики там, и тексты, блядь, белые, они могут уворачиваться спокойно от белых, а темных, блядь. Еще одна хуйня, геры нету, блядь. Мне даже, блядь, с герой похуй не прохилит. У нас были траи, где были два коста, если бы дали геру, могли бы, наверное, двигать. Сказали, что геру не давать, все, попробуем. А ты дай, скажи, что ничего не нажал, блядь. Да, это лучше геру оставьте на сбитие щита, у вас щита сбить не может. Причем ты сбишь щит, щит сбивается, когда наносите определенный урон, блядь. Потом тебе пишут, да, у нас люди сейчас бегают. Жуткие вальдиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся. Его не в дискорде. Собирать шары?
На хилов кидается. Подожди, я думаю, двоих хватит вполне. Ебать, новая тактика. Интересно, как они успеют, короче, перебежать в белую взять. Не знаю. Так, где босса утешать? Подкасты. Кресте. Или нет? Треугольник, нет. Крестик, да? Вот тут держите. Погоди. А остальные люди решили там стоять? Треугольники, ага. Агро. Агро. Я парился с своим агро. Стикс тоже черный убил шансонова. Еле он не отрисовался, я хз. Гера до сих пор нету похуй, я пошел курить, блядь. Он хлопнул дверь. Каждый странный, блядь. Че, может, попробуем в одной точке будет? Танки спиной белые. Остальное захиливается, пока. Пиздец какой-то, честно. Я уже устал, блядь. Там рога кричал. Я не знаю, может, я не так что делаю, блядь. Ой, там рога просил кинжал с первого босса. Пока таймер не прошел. В прошлый раз убили, все нормально, все стояли, все цвет меняли, все убивали. Сейчас сказать, что? Начали люди падать, у нас не хватает ДПС на касс, и в итоге какая-то херня началась. Давай по нормальной тактике попробуем убить. Ну, на прошлый КД, как в одной точке стоят все, танки спиной разворачивают, валик, и ловят белые, которые летят. Крыл спекается в танк и ловит шарики. Хочешь ты потанчу, я в ретрике. Но у меня реально агро летит. У меня два человека умирают. Пока я наберу агро нормально, у меня два человека умирают. Ведь ничего я сделал, я прокопал. Хочешь, замени меня, хочешь спек. Хочешь сам потанчу, Валь.
Ну вот Орхидея умерла. Потом еще кто-то. The Doom. Вот. До этого Твинси умирала. Ну что, не правду говорю, что ли? Два человека мне умирало постоянно, блядь. Спиной-то? Давай. Бери только метки, эти они что-то бесят. Эти столбы сраные. Сколько скелетиков-то? Ну, он сказал, что он последний трай, давайте ему касать ГП, ему похуй. Лимон, давай в ДД нахуй, я в танк, блядь, я ебал игру рвать. Давай. Так вот, я же белые штуки буду собирать. Бля. Ну, двое потанчит, пусть. Возьми ДД, потом все равно, и ты еще по инстанту. А ты спросил у Джованни, по какой причине он уходит? Он стоит просто... Он написал. Здорово. Что я найду? Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязание начнется... Зачем нам здесь, кстати, аура огня, если... По-моему, шарики при темной магии. Кто-то может мне объяснить? А где молитва Христа? А есть мастер ауру ретриков? Ну так Валька же бьет ауру тьмой, правильно? Ну темной магии. Ну, он находит, куда огонь стоит. Тешка. Кучнее встаньте, кучнее встаньте. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Ой, блядь. Кучнее. Сбивай. Кучнее, становитесь. Thank you.
агро. На задуме. Далее черный. Наконец-то, блядь. Короче, я-то, блядь, бегаю нахуй, ловлю сферы черта, и, сука, без Тёмки-то, блин, заебись, блядь. Думаю, что стаки не идут. Кому ты кинжал отдал, Пойт? А Рога говорит, что ему отдайте, отдайте кинжал. Прислал, да? А, окей. Ну, только нахуй комбат кинжал, я не знаю. Ссылка лучше. А у нее не. А, у нее такая же. А так что Джованни то ушел? Он просто затрахался, что ли? Я тебе написал, что он отошел. Так я видел в рейде.